Привет, девчонки, мальчишки. Я в Краснодаре. И я еще работаю. Время 9. У меня самокат разрядился. Кстати, самокат, который вы видели в прошлом ролике, это не тот, который я хотела, который купила. Это тот, который первый я купила самокат. Он у меня уже не новый, уже старый. Шучу. Конечно же, новый, но мечтаю еще о более новом. Вот, он у меня разрядился, мой самокат. Хотя я сегодня его заряжала, потом подзаряжала, пока приходила на обед. И все равно не хватает. Поэтому мне нужен новый самокат. Вот. В Краснодаре тоже прохладно вечером. Я пришла по заказу. Ну, еще пока рано. Короче, самокат у меня разрядился. Я пошла, отнесла последний заказ и еще посмотрела. А вдруг еще есть? И взяла еще. Ну, конечно, там заказов полно, может, хоть всю ночь работать. Но это сейчас преувеличу. Вот. И пешочком дошла. Полчаса мне было идти туда, где взять посылочку. И 50 минут идти туда, где отдать. Вот хожу, гуляю. Вот. И еще я пришла раньше, еще надо подождать полчаса. И отдам, пойду домой. Домой идти, наверное, тоже минут 40. В общем, час 20, 120 рублей оплата. Но я гуляю. Сегодня я заработала то ли 900, то ли 1000. С 10 утра. Ну, конечно, на обед заходила, там чуть-чуть отдыхала. Я вокруг дома ходил минут 5, чтобы найти, где тут подъезды. Такой дом интересный. Сейчас попробую показать. Вот это начало. И вот он такой дом. О! Короче, он стоит буквой П. А я ходила с наружной стороны. И все искала вход. А вход с внутренней. Я все думаю, где же вход? Но потом нашла, даже зашла. Ладно, я буду ждать. Всем пока. Целую, обнимаю. Ну, новости рассказывать на улице как-то не прикольно. В общем, все хорошо. Все хорошо. Прекрасная я маркиза. Хожу, гуляю и пою. Пока-пока!